О стадионе «Восток» мы не так давно рассказывали в одном из наших сюжетов. Жители микрорайона Харинка жаловались на то, что обещанных ремонта легкоатлетических дорожек и установки освещения приходится ждать уже год, хотя глава города обещал, что благоустройство будет продолжено. Нам удалось поговорить с директором МБУ «Восток», на чьем балансе сейчас стадион. Выяснилось, что все документы и сметы на проведение ремонтных работ готовы и ждут решения городской думы. Стадион не заброшен и не обделен вниманием, просто нужно время. Собран мусор, покрашены трибуны, то есть инфраструктура там действует. Все повешены обратно сетки на большие ворота, потому что там проводятся турниры. Прорабатывается вопрос по освещению, заказаны технические условия, чтобы подключиться. Но это делается не очень быстро, потому что к каждому объекту свои технические условия. То есть мы прорабатываем этот вопрос.